Танк Т-14 «Армата», который производит «Уралвагонзавод», признан иностранными экспертами лучшим в мире. При оценке учитывались масса машины, калибр орудия, мощность двигателя, надежность брони. Среди достоинств новейшего российского основного танка на базе универсальной гусеничной платформы – необитаемая башня, низкий профиль, дальность хода до 500 км, скорость 90 км в час, использование систем активной защиты. Второе место в рейтинге досталось французскому танку «Леклерк», третье – у немецкого «Леопарда».